Карелии пересчитали избирателей. Избирком республики провел масштабную работу, чтобы точно выяснить, сколько человек в нашем регионе имеют избирательное право. В ходе проверки установлено, что данные регистра избирателей сопоставимы с данными других государственных органов, осуществляющих учет численности населения Карелии. Поводом для проверки данных стали сомнения в правдивости чисел у некоторых парламентариев, которые сверяли цифры с показаниями Росстата по итогам переписи населения. За каждую фамилию мы несем персональную ответственность. И хочу сказать, что у нас точно бывают жалобы, но это жалобы из 500 тысяч человек, которые есть в списках избирателей, один или два, где-то что-то происходит, накладки, но чисто человеческий фактор. Но никогда не было жалобы, чтобы массивов каких-то жалоб, которые говорили о некачественной работе со списками избирателей. Здесь мы абсолютно уверены в тех данных, с которыми мы работаем, потому что за нами стоят избиратели, и результаты выборов зависят именно от тех данных, которые мы изначально вкладываем в списки избирателей. Данные Росстата, на которые ссылались усомнившиеся депутаты, выводятся совершенно по иной методике, объяснил Алексей Бахилин. Поскольку участие в переписи населения было добровольным, отсюда и разные цифры. Избирком же собирает и актуализирует сбор данных об избирателях непрерывно и учитывает сведения о миграции, умерших, признанных недееспособными, осужденных и так далее. Здесь утверждают, что за каждой учтенной единицей стоит конкретное лицо. Искажения полученных сведений нет. Проверка охватила период с 2018 по 2023 годы. Таким образом, было установлено, что численность избирателей в Карелии по состоянию на 1 июля этого года составляет 502 794 человека.